Друзья, всем привет! И я начинаю свой новый влог. Он вроде бы шестой. Сегодня у нас... Какое число? 1 апреля, никому не Сегодня 1 апреля, начался новый месяц, скоро лето. И мы сейчас с Настей покупаем билет в Москву. Мы летим просто вместе. И будем жить в одном отеле в разных номерах. Вот, мы решили, что мы летим вместе, но будем заниматься каждый своими делами. Ну, понятно, что не ты. И я на ней. Мы сейчас покупаем билеты, 26 числа мы уже будем лететь. Вот. Всем привет, я сейчас на этапе того, что я не люблю свою внешность. У меня очень сильно испортились волосы, я иду выкачивать губы, потому что мне их также испортили. То есть, смотрите, сбоку, да, вот. Куда они идут, эти губы? Я нанесла пилинг маску, у меня все лицо как будто с меня сходит. Короче, я вообще не знаю, какая-то лажа происходит, но я надеюсь, что все это изменится. Мне надо до 26 числа быть идеальной. Ну, жаль, надо 20, потому что я лечу в Москву. Мы приехали на набережную. Вот. И мы хотим пойти в Бирман. В общем, настроение на сегодня гулять по набережной. У нас уже тепло, поэтому я одета полегче, чем вчера. Пришли сегодня кушать не одни, с нами сегодня Хамали и Наваи. Привет, привет, всем привет. Смотрите, куда мы пришли, нашли какое-то место, где можно, так сказать, выбраться наружу. Ну, перелази. Ариш, спасибо. Оно снимает? Сегодня мы улетаем на льдине. О, как там вдали. Настя, ты запачкалась. Где? Yes, Луи. Рада. Я тоже. Интересно. Блин, я люблю на самом деле метро, это круто, это быстро, это классно, это надежно, это без пробок. Ну что, товарищи, мы вышли из метро, я вам хочу сказать, что опыт колоссальный. Столько много людей, все такие разные. Столько много мнений. Все такие необычные. Вот, сейчас мы идем на наше место. Сейчас купим кофе и на наше место. Вчера, кстати, мы были на месте, но я не снимала этот влог, потому что я не взяла камеру. Вот, а сегодня будем... Так, здесь Настя познакомилась, а я думаю, мы пойдем за кофе. О, мы в академию. Это считается одним из самых популярных заведений по приготовлению кофе в Новосибирске. Смотрите, на первом месте, конечно же, Брюссель. На последнем. На первом месте я. Посмотрите, сколько здесь разных. Это невероятно. И кофе, на самом деле, заслуженно вкусный. Всем привет! Влог продолжается, я иду. Что там интересно? Спину выпрямляется. Привет! В общем, друзья, у меня осталось 8 часов вождения. И все, я буду сдавать на права. А еще я отключаюсь на прическу сегодня, вот образ сделали, вот такой. Настя сейчас сидит. У тебя 34 часа вождения, да. 42. Сделала 8 часов. Занятия теории. Вот. Это все вечное, что-то попрекает. Прикольная такая. Бриллианты сушат, я не слышу. Вся одна царство, на каких-то еще уши у нас. У тебя волосы можно на штанах, видите, брать? А там не видно, где конец. Вот. Таня тоже, видите, какая старательная. Мы очень Таню любим, она лучшая. Вот. Сейчас ждем, когда покушать приедет. Ну и все, в принципе. Всем hello, друзья! Сегодня 23 апреля. Я тут уборку начала. Это я все чемодан. Я просто в Москву еду на днях. Вот, поэтому собираем тут чемоданы. Сейчас я еду на реснички, сделала брови, ногти. Ну, как говорится, готовлюсь к Москве. Жизнь протекает достаточно хорошо. Все замечательно. У Насти панические атаки начались. Я ем Папа Джонс.
Вот, что хочу сказать, курсы по прическам тоже идут. Хочу скорее в Москву куражить, веселиться. У нас, кстати, солнце золотое. Вот, пока сказать нечего, увидимся, думаю, будет интересно. Вот, завтра, кстати, будет концерт Хамалинова И. Я пока не знаю, иду я или нет. Сомнения некие есть, ну посмотрим, посмотрим, если дел не будет, пойду. Вот. Короче, до встречи. Обгрязнила всю блузку тереть. Как? А, всем привет, друзья. Сегодня 23.04.21 год. Мы находимся в капсуле в Мариотте. Настя очень модная, молодежная, дерзкая. Татьянка. Вот видите, модная, кстати, сейчас розовый цвет очень моден. Видите, Настя чехлы даже розовые. Вот, мы сидим, ждем. Ну, у нас сегодня здесь, так сказать, тусовка. Вот. Так вот сидим, празднуем. Все очень интересно. Больше нечего сказать. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 24.04.2001 год. За окном 10 градусов тепла. Все гуляют, казалось бы. Соня, а ты что сидишь? Я жду девочку, я буду делать ей макияж. Сегодня у нас, кстати, были прически. Я их не делала. Вот. Я не знаю, чем мы сегодня займемся. Что-нибудь хотелось бы такое очень прикольно поделать. Вот, короче, придумаем. А еще я через 2 дня лечу в Москву. Господи, я так этого жду. Всем привет, друзья. Сейчас мы едем. Ну, получилось так, что мы поедем на концерт. Вот, и едем сейчас с Лизой. Будем петь песню. Ты же девочка, война. Ты падала, тебя поймала. Вот, поснимаем оттуда. В общем, друзья, мы приехали на концерт Алиновой с Лизой. Вот тут так. На самом деле очень интересно. Мы сидим 2 часа. После выбросят в никуда кучу слов дежурных. Как жаль, что я тебе принес свою любовь в цветах, что после оказались в урне. Для чего вам любовь? Миг сошлись и разошлись, остались обещания. Полюбить и разлюбить, словно по умолчанию. До того, как ты уйдешь, с тобой я попрощаюсь. Да, я помню о тебе, но даже не скучаю. На сцене? На сцене. Нет, почему не снимают? А, не стесняются? Нет, они снимают их, видите. Боже, поверните сюда, пожалуйста. Смотрите, как красиво. Красиво, Лиза, ты одна из звезд. Включите фонарики. Почему тут никого нет фонариков? Так, включите, я жду. Так, мы не продолжим. Включите тут фонарики. Почему тут нет фонариков? Они снимают зал, ну ничего страшного. Вот, смотрите. Значит, теперь не выключая. 5. 1, 2, 3. На выходе! Дай я посмотрю или нет. Чемодан 100 кг весит. А я еду на 8 дней, думаю, на 8. Ну ладно, может, перееду. Ничего, у меня жизнь такая, сама по себе. Как кот уличный. То там, то сям. Останусь там, где пригожусь. Так стало грустно. Ну что, друзья, вот и начинается наше просто фантастическое, помрачительное приключение в город Москва. А больше мы никуда и не летаем. Алика, я тебя очень сильно люблю, правда. Я не могу без тебя. Мне очень тоскливо. Влог превращается в какую-то соплю. Но ничего, я разбавлю это вечеринками. Дорогие друзья, мы сели покушать, я так хотела драники, а они, представляете, 20 минут будут готовиться, а у нас посадка вот-вот скоро. 8.20? 6.20? 6.50. Посадка? Конец посадки.
очень сложно сейчас. Так, ну, и что-то надо тебе сказать. Что... Хочу спать. В общем, все, друзья, мы идем на полосу взлета. Особенно полосу взлета. На посадку. Воу! В общем, друзья, приключения начинаются, не забываем. Посмотрите, как красота, как здорово там. Вот. Блин, круто, круто, конечно. Чувствуется это кураж предстоящий. Когда на карте 84 рубля. В общем, посмотрим. Но я вам хочу сказать, достаточно интересненько все. В общем, друзья, мы уже сели в самолет. Мы с Настей летим победой авиакомпании Победа. С Настей мы уже давно, кстати, не летали. Последний раз мы летали вместе только в Питер. На 2 дня. На 1. Вот. И дальше тут так близко. И, в общем, полет займет где-то 3 часа. Мы прилетим в 6. Надеюсь, на сразу. Всем пофигу. Ну, сколько ты прилетишь? Это мой дневник памяти. Ты забываешь? Да, ты забываешь. Не понимаем, сколько мы летим. У меня показывает 7.55, я показываю 9.55. Если 7.55, то мы летим 2 часа, все хорошо. Ощущение, как будто пришло вечность. Холодно. Да, ну что у меня там прическа такая? Нормально. Приехала в Москву, сразу потерялась, блин. Вот, короче, сейчас поедем. В общем, сейчас я иду поздравлять Викторию с днем рождения. Я купила ей сумку, но не такую, как она хотела. Она хотела от Louis Vuitton. Я ей купила сумку Pinko. Тоже ничего такая хорошенькая, знаете. Дай бог, чтобы она ей понравилась. Потому что я ее заказала еще, когда была в Новосибирске. А в Новосибирске таких нету. Я заказала, чтобы мне в Москве ее купили. Вот. Сейчас позвоним. Короче, я на самом деле очень нервничаю. Я еще хочу есть, капец. А она еще ничего не приготовила. Она сегодня дома застолье собирает. А 30 числа мы идем отмечать. Так. Сейчас будем снимать реакцию подружку. Папочки какие! Вик, здравствуй! Что такое? Да, я это... Ладно, зайду, пожалуй. Заходи, пожалуйста. А-а-а-а-а! Блин, ты такая солидная. Да? Тебе нельзя дома сегодня быть солидной. Да подожди. Тебе нельзя быть солидной. Ой, сколько счастья! Тихо, стоп, тихо, блядь. Да красная. Все, окей. Фонариком, Лера, фонарик. Я тихо извиняюсь, но я снимала. Спасибо. Ого. А, ты гонишь. Гоню, давай. Ты серьезно говоришь? Это Pinko, ё... Хотела
себе, я хотела себе ее взять. Серьезно? Я когда покупала маме подарок, я взяла белую, а себе хотела вот эту взять. Но не успела. Прям ее имя. Она опередила тебя. Ты не успела. Ну целуй, обнимай, целуй! Это не потому, что типа приятно сказать, это правда. Я стояла на нее, смотрела и хотела себе ее взять. Типа маме, не себе. Я думаю, не, потом. Я пришла через два дня, они говорят, у нас все выкуплено. Я такая, ну ладно, я думаю, ну видно, не судьба. И типа... Целовашки, обнимашки! Попрыгай в своих новых изиках, новые изики, новые-новые. Они, кстати, да, так здесь ещё? Да, очень-очень. Да-да-да, дин-дон. Очень-очень. Поцелуйте где? Умничка, моя девочка прилетела, не подожди. Страна рабочая. Слева, может, да, Ника, отвернись просто. Уйди туда, слева. Иди домой. Я дома. Извини, забыла. Я думала, я дома. Случайненько, пьяная дурочка. А, Диана, тихо. Я налила ей вина, потому что... супер разные, но я с каждой чувствую какой-то особенный коннект, особенную связь. Неважно, кто-то находится очень далеко от меня, к сожалению. Сонечка очень за короткое время стала для меня супер близкой подругой. Если бы не она, сегодня вот этого всего бы, наверное, не было. Я думаю, что я бы вышла из души всеми, такая типа, слушай, все, спасибо. Соня, спасибо. Давай сейчас что, по кайфу, просто по ситуации. Правда, я искренне тебе очень благодарна, если бы не ты, вот этого стола бы не было. Вам спасибо огромное за это настроение, за вот это состояние, которое я сейчас испытываю. Я безумно рада, вообще, я просто безумно рада вообще вам. Я видеть ваши глаза очень счастливы, вот эти вот радостные, искренние. Для меня это самое важное, что я вижу искренность. Я потому что сама очень человек верный и искренний. Когда я вижу таких людей, для меня это вот прям, ну, для меня это прям за душу. Спасибо вам огромное, правда. Дорогая Виктория, в общем, уже прошел третий год, мы с тобой знакомы. Сейчас слышу. Мы полгода уже. Я хочу сказать, что вот как-то вот буквально сразу вот эта вот искра вот так вот. Правда. Зажглась, и вот, и все, вот вроде бы ты не понимаешь, а с кем еще общаться, когда есть такой человек, как ты? На самом деле мне очень трудно найти друзей, с которыми ты можешь, кому-то можешь рассказать что-то, какими-то сплетнями поделиться, чем-то таким. И вот, в общем, за все полгода, сколько я жила здесь, вот все время я проводила с тобой, всем делилась, всеми своими переживаниями, рассказала тебе все такие секреты, о которых много кто не знает. И я хочу тебе сказать о том, что ты очень верный человек, ты очень дружелюбная, и ты знаешь цену вообще всему. Ты понимаешь, что в твоем окружении находятся только те люди, которые должны быть рядом с тобой. Ты очень добрая, ты всегда готова прийти на помощь, ты поможешь. Даже вот если тебе скажешь, Вика, срочно, ты все откинешь, все, я приеду. И я хочу, чтобы в твоей жизни все сложилось именно так, как ты захочешь, чтобы ты обязательно поехала на Евровидение. Я не знаю, что 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 я не знаю
Так, как ты хочешь. Спасибо! Поняли, спасибо. Спасибо. До свидания. Дождь и град идет. Мои кроссовочки, всем спасибочки. Белая обувь, да. Чистейшая. У нас просто фотосессия сегодня намечалась уличная. Приключения. Замечательный день 29.04.2021, когда пробки, начинается подготовка к 9 мая. Вика мне сказала доехать, я доехала полчаса, сейчас опять полчаса ехать. Обратно, примерно. Типа вот туда же, я думаю, очень рационально. Я сумку смотрела, но я думаю, я долго буду там просто пока, то я думала, я возьму сразу, а оформлять будем долго стоять. Даже не знала, что она там где-то идет. То есть она думала, а я действовала. Я тоже действовала, я из ЦУМа пришла в ГУМ, Сонь, пешком, мне холодно было. Я шла, я своими двумя. Ладно, а вот расскажите, Виктория, вот ваши впечатления, когда я приехала ненадолго. Что еще раз сказали вначале? Приехала. Или вернулась? Вернулась. Ну, сейчас опять через два дня. Я сейчас тебя ословлю на слове, если ты уедешь обратно, то ты не вернулась, ты, получается, дружка. Я вернулась ненадолго. Вернулась на день рождения. Это не вернулась, это просто заехала в гости. Заехала погостить, а это не заедешь никак. Чего, вопрос какой? Ну как, впечатления, эмоции, какие чувства испытывала ты? Невероятно, потрясаюсь. Ну блин, какие чувства? Короче, клёво. Очень классно! Посидели, прям покурили. В принципе, можешь ехать, мой хороший. Мы еще завтра будем отмечать день рождения, то возьму с собой камеру, потому что будет разнос-чек. Завтра будет хорошо. Не, на самом деле я очень безумно рада, что приехала. Вы увидите там фрагмент, там будет в прошлом. Когда она плакала, да? Да. Ну вот, ну короче, увидимся, друзья. Гори. Всем привет. Гори. О, тебе тоже Сбербанк звонит сюда? Это Сбербанк? Да. Они скидывают типа сюда. У меня только что звонилось. И че, Настя улетает, губы-зубы сделала. Все, улетает, конец. А что так грустно? Ну, я вчера купила билет, например. Mm-hmm. А, Вика, ты сможешь меня отвезти? Mm-hmm. Это будет... Я специально время подобрала, чтобы тебе было удобно. Это вечер. Она всегда меня подвезет. Даже если у нее там какие-то свидания, она всегда меня отвезет. Она еще плакала, опять напомню. Я тоже плачу всегда. Такая я... Шебутная. Шереметьево? Моего? Моего. Слава Господу Богу, мое платье будет. А ты в нем хотела на день рождения пойти? Нет. Вот так вот создается бесплатный гардероб блогера Лису Афали. Просто Викуля вчера сказала, а сегодня что еще платье? Я говорю, ну а что, если я могу? Ну да. Не, ну типа я просто понимала, что мне сегодня ехать пипец. Очень долго искать его. Дай Бог, чтоб подошло. А его привезли уже, что ли? Да, все, он едет.
Будем мериться. Друзья, сейчас совершенно случайно мы оказываемся в районе, где я жила. Неожиданно. Ну, я вам не буду показывать так вот открыто. Ну ладно, смотрите, я же здесь не живу. Вот сейчас едем по этой дороге. Я полгода, вот Вика меня возила туда, сюда, туда. А, ты в зеркало? Да. Я думала, ты в камеру. Так, заезжаем. На самом деле, я очень волнуюсь, очень скучала. Ну, здесь вот происходили все чудеса, так сказать. Чудеса чудесные. Вот это вот был мой дом. Да, да, да. Вот эта лавочка вытирал. На скале. Мы только тогда начинали общаться. Да, да, да. На скале, кстати. Мы и до подъезда добрались, так сказать. Сейчас все будет. Пахнет так же. Если сейчас в лифте мое имя начеркано, чтобы вы понимали, друзья, тут даже мое имя до сих пор написано. С мобильным это все стихи. Быстро пишу стихи. Сам иду на эти крики. Только любовь, я как Полина, Кристина, WhatsApp. Мы танцуем на разбитых сердцах. Влюбляюсь снова, я не чувствую. Пошли в магазин, потому что мы отмечали день рождения. И судя по предыдущему видео, вы можете заметить, что каким он веселым был. Честно говоря, эта дура вообще пошла в пижаме. Салам! Не успела приехать, не успела уехать, уже меня опять раздражает. Ой! Сейчас помогите, пожалуйста, короче, если к вам подходят люди, которым вы не хотите давать деньги, скрещивайте пальцы и говорите: ангел, молитесь со мной, ты вперед, я за тобой, и чур меня, чур меня, чур меня, чур меня. Молитесь со мной, ты вперед, я за тобой. Да, все. Что это такое фёрти? Фёрти просто чай без добавок. Всем а что чаще всего соберут у вас? Всем привет. Вот Ирочка, смотри, какая сидит. А как бы дала мне сегодня свой комплект? Слушай, они на самом деле все вообще безвкусные. Я люблю мандолы, персичи, тройкоти. Вот идем с девочками, взяли напитки себе. Очень вкусно, необычно, уже на самом деле холодно. Ваше впечатление по поводу напитков? Очень вкусно, но очень холодно. Так, вторая. Все понятно? Можно даже не говорить. Смотрите, как здесь красиво. Мы вот тут прям круто. Сейчас ищем место и будем кушать. Дорогие товарищи, мы пришли с Викторией в заведение под названием «Шаф». Сейчас будем кушать. Так вот, я перестала снимать. Чтобы вы понимали, она перестала снимать, потому что просто принесли колу и сок. Она постеснялась. Вот как бы, да, ага, угу. Вот колу ей принесли, вот мой томатный сок. Соня, вот это и надо снимать, вот такие ситуации. Потому что, как правило, в таких ситуациях происходят какие-то неловкости. Что интересно, как я со стула упала, вот это вот тоже надо было снимать. Ну откуда мы знали, что ты со стула надо завалишься? Было, вот надо было. Мы и так дофига чего снимали. Верно, я тоже не предполагала, что в начале вечера это произойдет. Короче, она со стула шандарахнулась. Мимо. Мимо. Да потому что... Да потому что... Нехер убирать стул из-под моей попки. Красиво. Зато бокал держала, как какой-то вымпел. Родной. Тут, кстати, красиво. А музыка взрывает дёбра. Спасибо. Спасибо огромное. Шикарно. Просто можно объесться. Это мне еще по ошибке принесли тартар, и я подумала, что если бы... Спасибо. Что если бы я поела тартар, наверное, бы я... Удохла.
мужчинки тут симпатичные, да, Соня? Ищем Соню, мужа. А что я? А я что? Я что? Я что? Я этого не говорила. Новое блюдо. Авторская кухня. Рису Фали. Сегодня ты не хотела бы открыть свой ресторан? Между прочим, тут есть курчаточки. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Я пустила слезу. Мне стало грустно. Мы едем, короче, ну, по дороге в аэропорт, но мы там еще заедем кое-куда. Слушаем вот наши любимые песни с Викторией. А, как здорово домой ехать. Такой позитив, оптимизм. Вот. Но вот знаете, друзья, стопудово я перееду, потому что мне оно надо плакать, что ли, вот это вот постоянно. Проще переехать и не плакать никогда. 100%. Да. Вот. Но я скоро приеду, будем тусить, отжигать. В общем, мы приехали в какое-то местный, интересное принципе, место, да, называется что-то там аутлет. Вот. Вон, там пьес. И, короче, смотрите. Смотрите, как круто. Короче, сейчас мы прогуляемся тебе здесь. И если будет еще плевать, то мы дойдем. Я просто, честно говоря, удивлена. Я не знала об этом вон месте. Инканта? Я видела, что... после Инканта. Да, я видела, что в ТикТоке что-то показывают, фоткаются. Но я не думала, что это в Москве. А вечером тут зажигают вот эти фонаречки, и очень-очень романтично. Шли в Инканта. В Инканта бельишко посмотрим. Как бы не скупить все. Все реально интересно. А у меня щеки на бок. Это влог не для детей уже. В общем, надо взрослеть, когда Настя. Максимально натянуть. Настя, все? Настя, все. Соня тоже все, скоро уезжает. Скоро уезжает. О, так, там парень мне понравился. Сними, продай. Если вы его найдете, если вы поняли, кто это, скиньте, пожалуйста, геолокацию. Почта, данные. Да, давай. Да. Не кудрявый, который... Не кудрявый, да, белым. Да, палец, да? Белым, да, смотрим. Сейчас я выкидаю. Вот, в общем. Вика. Как настроение? А сейчас у нас небольшой эпизод, осмотр образа супермодной Лисы Фали. Пожалуйста, кепка. Casual wow. Сколько стоит? Я не знаю. По бартеру. А, рубашка? Casual wow. Сколько стоит? По бартеру. А, топ? Casual wow. По бартеру. Джинсы? Аленка. Сколько стоит? По бартеру. Кросса. Диор. Кристиан Диор. А сколько стоит? По бартеру. Сумочка. Видимо, тоже бартер. Итого, чек на сумму 0 рублей на копеек. Очень модный лук. Отлично, спасибо. Все, друзья, я отчаливаю. Опять. Это так грустно сейчас. Вновь вот это вот. Не опять. Пожалуйста, нет. Я не буду, пока я просто ухожу. Тебя рядом с тобой не выносить. Воспоминания дают силы, но... Как это мило. Такая, а я приехала. Я специально хочу сюрпризом, чтобы ты не ожидала. Конечно. Так же прикольней. Два дня ее знаю такое. Нет, очень грустно. Я не знаю, сколько хватит этой камеры, поэтому без долгих этих ваших поступлений. Хочу сказать вам, что вы по мне скучали, и в следующем влоге меня будет больше, чем в этом. Просто между нами произошли некоторые недопонимания. Между ней недопонимания. Одно сплошное. Всем привет. Я вернулась в Новосибирск. Сейчас я увижу с Настей и увижу ее новую машину. Новую лайбочку. Вика что-то ко мне еще не приехала. Хотя должна была. Так, в общем, погода замечательная, сейчас я вижу машину и засниму реакцию. Это пушка. Честно говоря, я так радуюсь за Настю, как будто бы это я купила машину себе. Блин, это так круто. А я все на вождение не могу дойти. Ну все, друзья, я уже на две... И где? Вижу, друзья, я вижу. Я вижу эту машину.
Ё-моё. Охренеть. Вы сейчас просто обалдеете. Обалдеть. Вы вообще видите, что это за машина? Это что такое вообще? Мама моя. Это слов нет. А как в такое садиться? Вот украть-то мне не ходить. Я даже, честно говоря, побаиваюсь садиться. Блин! Я так рада! Привет, сестра дорогая! Сейчас нас закрываем. Закрылась? Да. Привет! Привет, как дела? Когда в следующий раз в Москву? Надеюсь, в следующей жизни, когда я стану кошкой. Ла-ла-ла-ла. Как вот это так можно говорить? А раньше только ее из Москвы не вытащить было. Я, конечно, надеюсь, что я свое мнение не изменю. Буду любить Москву всегда и буду туда приезжать. Если у меня там парень появится... Пока не вырастет, тебе будет там интересно. Появится парень, будем с ним встречаться, жить вместе в Москве. Только не в Москве. В Москве очень плохие парни. В Москве есть и хорошие парни. Но не так. Ну да. А. Да. Все изменщики. Не все. Большинство, но не все. В общем, друзья, до скорых встреч, до скорых новостей. Пока-пока. Во мне элементы все стихи. Высок пишу стихи. Сам иду на эти крихи. Сука, любовь, я как нихи. Гань-гань, братик, what's up? Полина, Кристина, what's up? Мы танцуем на разбитых сердцах. Люблю снова.